Всем привет, друзья! С вами Санка Плюс. Сегодня я опять буду призывать другого монстра Тревора, конечно. Называется, монстр из чердака, или существо из чердака, или чердачный монстр, что-то такого. Такой монстр из чердака. Я его сегодня буду призывать. Он очень страшно выглядит. В принципе, можно посмотреть, призовется он или нет, но можно зайти в дом. У меня есть вот в этом доме как раз чердак, и мне это поможет. Так, всех с Новым годом, и все дела такие. До Нового года аж уже 6 или... 5 дней осталось, всё. В принципе, можно радоваться всё этому. И желаю всем хорошего Нового года. В принципе, можно выходить вот на крышу, вот такой домик. Ёлка там стоит ещё. В принципе, можно вот же зайти. Без вот так вот никак. Так, это я закрою, это холодно, будет всякий сквозняк. Вот верстак, печка, все, что нужно. Ладно, и вот подарки, кстати, тут сложены. Вот это чердак, а это, мой домик вот такой. Ладно, так. В принципе, вот тут спавн поинт сделаю. И, кстати, снег идет. Это хорошо. Потому что... зима, все такое. Кстати, вот тут у нас такая свалочка небольшая есть. Вот так вот можно пострелять, ладно. Где моя стрела? Я ее потерял, кажется. А почему? Сейчас капец будет. Давай. Фух. Так, это надо закрыть. А то неприятности будут. Вот моя стрела. В принципе, стрелять я уже не хочу. Конечно, буду стрелять только в этого монстра из чердака. Вообще страшный, если он очень на самом деле. Потому что, у него рот открыт такой, это ужас. Один глаз, будто его нету. Ладно. В принципе, он сейчас не придет, потому что... надо же делать все, что нужно. Так, вот тут ресурсики. Так, надо нам вот это сюда вот положить. Я вот так крафчу что-то, я не знаю. Так... Где же вот это? В воронку упал, да? Так. В какую же упала воронку? Так. Какую воронку? Вот. Светопой, погоди. Не надо падать мне тут. Так. Еще кирпичик нам нужен. Так, главное, воронку не падайте. Вот. И вот эту страшную тыкву. Так. Водоросли. Кстати, вот этот монстр на чердаке вводится, знаете, когда? Кровать надо поставить, не там. И когда они, когда спят люди там вот эти... Он приходит и что-то там делает. В принципе, это очень страшно. Потому что, страшно очень. Так, ладно, я вот так вот сделаю. Все же ложится, да? Вот, ложится. И сюда еще кирпич. Вот сюда вот. Вот так вот.
Да, все. Почему? В смысле тут? Тут все? Не туда упала. Ну ладно. Ну что бывает? Так что тут? Пока ничего. А, это сюда голову положим. Опять что-то не то. Наворочено. А, вот же сюда. Так, короче, вот так вот удобнее ложить. Сюда кирпич. Тут есть? Да, вот. А вот сюда вот. Вот это. И сюда вот тыкву. Все. Мы все сделали. Вот, кстати, дракончик. Так, нам нужен... теперь кровать нужно сделать. Надо овечек поискать, чтобы сделать ее. А потом поставить ее. Дождаться ночи, хотя она уже почти наступает. И... ну, в принципе... начинать уже. Вон они. Вот тут ламы. Овечек не нахожу. Вон, я, наверное, все это за паузу сделаю, а то много времени займет. Ну вот, в принципе, вот все, что нужно, добыл. Можно сделать кроватку. А, сначала же дерево, точно забыл. Ну, шьёчку мы не будем рубить, конечно. Вот это мы порубим. Ну, в принципе, можно уже делать кровать, все такое. Закат уже, так что спешить надо. Так, уже ночь, надо уже спешить. Вот я добыла вот сосновое бревно. Так, делаем кровать по-быстрому. Ой, блин, что я делаю? Так, доски. Кровать. Вот, кроватка. Так, все, теперь вот так вот делаю. И спать нужно в определенное время. А, не, сейчас немножечко надо. Все. Теперь он точно придет. Все, теперь он точно придет. Так. Все. Что-то страшновато тут. Что там на чердаке будет ночью? Что за ужас? А? Интересно будет. В принципе, я вот уже хочу зайти в вот этот дом. Мне интересно, что тут будет. Не понял. Что это за шея? Ну-кась. Жди меня на чердаке. Блин. Ребят, походу, это то самое существо на чердаке. Блин. Оно, кажется, за мной пришло. Вот его шея. Что он там делает? Блин. У меня даже двери все почернело. А вот это даже не горит уже. Походу оно разлилось и пришло. Блин, надо выламывать это дерево. Иначе мы не увидим его. Так. Ладно. Сейчас попробуем. Давайте низ выломаем. Только низ. Так. Блин, вот оно, кажется, там стоит. Вот, шея протянулась. Так, это... тогда поломаю.
что будет-то? Блин, ребят, я без оружия, что ли? А почему? Ладно. Блин, может как-то... Блин, надо спастись. Не знаю. Блин, мне реально страшно заходить. Потому что это очень страшное существо. Оно заорёт на меня, походу. Так, так. О, мы готовы? Так, вламывай и вбегаем. Вот оно!